Яблоки на снегу, на снегу. Так, что-то меня врубить. Что-то меня врубить. Оп. Вот он мой каналчик. Вот он мои 76 тысяч подписчиков. Как так? Как так? Как так? Так, короче, друзья, кто-то поставил мне еще 35 миллионов лайков. Кто это может быть? Ну-ка, признавайтесь. Оп. Сегодня я не буду кушать на веранде. Всем привет. Сегодня в моем меню представлено. Рыба, правда, она развалилась немножко, пока я готовил на гриле. Редис. Тайские помидоры, огурец и кукурузина на гриле. Как дела? Чего вам интересно? Кто вам поставил мне 35 миллионов лайков? Семинарами начну ездить весной-летом. Рыба тайская. Тайская золотая такая красивая. Правда, когда приготовишь, она уже не красивая. Меня пугают такие добрые люди. А чем они не ставят мне столько лайков? Лысый, лысый. Прыгунов не видел. Но не видел, отправил Гашана в Малайзию прогонять визу. Только что. Спасибо, спасибо. Футбол вряд ли буду играть. Потому что я не собираюсь оставаться на одном месте. А это надо жить, это надо ходить на тренировки. Надо света побольше включить. Или нахрен. Какой спорт вообще. Ой, блин, новости бы завтра снять. Водянова не видел. Водянов уехал. Карты четко у меня, да. Ой. Привет. Привет, Настенька. Сомневаюсь, что это ты, конечно. Но, хотя какая Настенька? Никто же не говорит. Опять жру. Все время жру, друзья мои. Че качки делают? Жру. Мне просто... У меня есть время, когда я жру. Меня просто... Я совмещаю приятное с полезным и общаюсь с вами. Это меня подстрелила подруга там. В тайских каникулах. Здорово, Никита. В тайских каникулах. В 7-й серии меня так подстригла. Банка. Вот она, банка. Спасибо. Спасибо. Никитос, ем рыбу, кукурузу, редиску, огурец. Шейк становится меньше. Потихоньку. Я не бухаю. Блин, один раз пиво попил, все там. Теперь бухаешь. Я бухаю.
Шорты винеровские, хорошие шорты. Красивые, яркие. Мне нравится, удобнее. Тренировочные такие. Нет, я все время хожу. Че еще, че еще? Прогрессировать? Куда прогрессировать? Подсушивать? Я вроде подсушиваюсь. Клоп хороший мужик. Мне понравился. Ой, отвалилось. В размерах. Да ну куда уж больше. Мне вообще бодибилдинг не импонирует. Курение, я думаю, не особо мешает, но явно минус есть все-таки. Дурармор. Дурармор ношу, но в данный момент у меня его здесь нет. Нигде больше. Класс физик будет четкая номинация. Жара, жара. Волосы выпали от протеинов. Блин, тяжелая атлетика, не знаю. Что-то я вот позанимался вчера и попрыгал там чуть-чуть. Вечером болели колени. Не знаю, с чем связано это. Но за колени за свои я, конечно, переживаю. Так что буду аккуратненько очень делать. Буду коротко стричься. Не буду отращивать. В данный момент пока я один. Георгий уехал. Инсулин я ни разу не пробовал. Желания нет. Опасная штука. Шансы Гусева на Олимпии, я думаю, вряд ли. Надо понять, что там рулит не форма. Как бы он космически не выглядел, что тоже вряд ли, то он не выиграет. Серега Дюмо, на что меня не уговорили? Кого Серега? Я не так часто ем тайскую еду и стараюсь есть простую. Проблем с ней вообще нет. С проблем с ЖКТ у меня нет. Если быть честным. Вряд ли. Вряд ли. Пока у меня на выступление нет никакого желания. Какой-то, блин, дурацкий вопрос задаю. Ты думаешь, что ты юморист? Вряд ли. Мой друг, вряд ли. Пургунова может встретиться. Это же не от меня зависит, а от него. Если будет скучно, то нет. Пока не знаю, куда ехать. Проблем с акне у меня нет. Ну как, если бывает чуть-чуть появляется на пояснице, там, где пот, короче, идет, если долго не мыться. О, я думаю, надо пробовать по-разному. Тренироваться. Попробовать и так, и что-то может быть сработает, а может и нет. Здорово, здорово, друзья.
Привет, паблик. Кунгуэр Эл. Правильно назвал. Ну. И налезла тесто на подготовке. Вообще от терапевтической дозировки. Не знаю. Не знаю почему. Магия какая-то. Сейчас проблем нет. Никаких уплотнений. Ничего. Так что все четко. О, не знаю, может надо не есть, чтобы не тошнило. Я бы менял белок. Периодически ел бы какой-нибудь другой. Яйца, говядину, там творог. Индейку. Рыбу. На груди написано, что ничего вам не скажу, что написано на груди. Не, не приседаю вообще. Не качаю ноги вообще. Не качаю ноги. Сами растут. От кокосов. Вредно? Почему вредно? Да нет. Форма Семенихина? Ну, для его годов, наверное, нормально. Уровень жира низкий. Так вроде большой. Относительно. Моих таких габаритов, наверное. Только суши. Спасибо. Спасибо. Сегодня чуть поработал. Шел дождь. Поспал. Потому что так рубило спать. Может, из дождя. Съездили с Глашаном снять обзор еды, что я ем на 3 дня. И в итоге я удалил видео все. Долбоёб. Так что придется переснимать. Спасибо, спасибо, Аня. Ой, такое впечатление, что в физике любят Голубочкина. Блин, такая вроде здоровая рыба, и так мало есть. Гашон качается, занимается. Просто он уже занимается многим. Я думаю, семенихидная гормонозаместительная терапия. Так, потому что ему уже достаточно лет. Ну и что у нас еще? Приемов пищи сегодня было, это, наверное, 4-й или 3-й. Не помню. Хотите кусануть? Вкусно. Удачной тренировки тебя. Анюта. Что-то кукурузки захотелось. Захотелось углеводов сегодня. Так-то я не ем. Всякие крупы, там, булки, фрукты. Какой-то, блин, муравей пришел ко мне. Здоровый, с крыльями. Вот такой. Страшного. А мне нет. Ходить сожру его. У меня все переваривается нормально. Так что не переживайте. Чего хорошего-то?
Кто-нибудь из вас расписывает день? Делает ли план дней, недели? А то я думаю начать заниматься этим. А что дверь закрывать? У меня это открыто. Сквознячок идет. Я сказал, питаюсь 4 раза в день. Хотелось бы 3 раза, но 4 выходит. Я снимаю дом на Найхарне. Таиланд, Пхукет. Комары есть. На размер XL, наверное. Мне не импонирует потонг. Там нечего делать. Да, слышно, как я жую. Потому что кукуруза. Потому что кукуруза. Я не знаю. Из клетчатки. Да блин, я одну клетчатку жрал. И белок. Здорово. Здорово, лысый хуй. Абсолютку на Арнольд Классик. А когда был Арнольд Классик? Недавно был Арнольд Классик, что ли? Красавчик, что ли? Привет, Череповец. Примерно 3000 баксов зарабатываю. На новый курс. А я все жру. Я все жру, а вы все смотрите меня, как я жру. Есть же такие каналы на Ютубе, где девочка ест. И все смотрят, как она ест. Так же у меня. Вы смотрите, как я ем кукурузу. Достаточно жрать на турах 4 раза. Привет твоей жене Сашке. Блин, по тяжелой атлетике я бы сделал КМС. С радостью. Спасибо, Анют. Спасибо. Спасибо, спасибо, друзья мои. У меня сейчас 12 часов. Хотелось бы спать, блядь. Хотел бы спать лечь в час. Потому что я дурачок. Потому что я дурачок. КМС. Я что-то не помню, если честно. То ли 270 в сумме. Может, путаю чем. Да он какой позитивный, я кислый тут сижу, жру. Леня Стаев, хороший парниша. Очень приятный. Так что не гоните на него. Он так
такой очень располагающий. Это вот у меня сообщение на WhatsApp каждые 10 минут. Да, не особо, но, конечно, 30 минут, 30 градусов, это перебор для меня. Я на массаж ни разу не ходил в своей жизни. Ни разу. Колени не болят. Спасибо большое. Ариев. Ариев. Ну, я тебя понял. Мне нравится градусов 25-22, так. Балийский климат, а сколько в Бали? 25? У меня есть мысля, мы там не в Бали. Как там с интернетом? Нормалек? Короче, сожрал, походу, с вами говорил и сожрался. Сегодня с Гошей ели в этом, в ресторане, в кафехе, палочками. Вспомнил, как палочками есть. Решил, что надо есть палочками. Так очень медленно ешь. Кукуруза приготовлена на гриле дома. Вот и все. Вот и поел, и вышел в перископ. Убил двух зайцев. Как настоящий мужик. Я плечо. Куда деньги на кафе? Мы сегодня поели 4 блюда. 4 блюда вышло... Сколько, блин? Сейчас скажу. $7. Это много. У меня был салат с морепродуктами. У Гошана спайси фруктовый салат. Потом просто вегетарианский салат. Тоже там яблоко, виноград был какие-то. Еще я взял риса с курицей. Рис отдал Гошану. Вот. А у меня, ну да, вот 4 блюда. 4 блюда, $7. Мне кажется, недорого. О, со старым курсом вообще бы копейки все стоило. На 200 рублей вдвоем поели. Ну да, ну да. Рис с курицей, получается, стоил 60 бат. А это в этом, в торговом комплексе, где карточку, на карточку кладешь денежку и ходишь, выбираешь. Вот. Ну, в таком, где народ только закупаться ходит. Тайцев много там ест таких. Вот такие пироги. Но в Паттайе подешевле чуть-чуть. Пхукет дорогой. Да. Селиверстов в эфире. Привет ему передавай от меня. Напиши, скажи, Серега, привет тебе передает. Ему хорошо, мы тогда посидели в тайской рок-кафешке. Вот так ему напиши. Он поймет всю тему. Я тоже качаюсь. Я тоже качаюсь и тренируюсь, и кушаю. И последние 3 дня я кушаю хорошо. Меня это, в принципе, радует.
килограммчик вроде бы подошел, водичка подслилась, 110 вешу. Надо взвеситься завтра. Но я обычно рублю все сразу. Плавно ничего мне не получается делать. По самочувствию.